История сплелась воедино с современностью. На территории комплекса «Булгарская застава», что рядом со Старой Майной, прошел фестиваль живой истории «Волжский путь». Фестиваль традиционный, но формат его проведения был выбран необычный. Пандемия коронавируса внесла коррективы. Как и многие мероприятия этого года, фестиваль прошел в онлайн-режиме. Участники фестиваля увидели в этом свои плюсы. На самом деле это перспективная вещь, онлайн-формат. Преимущество в чем? Гораздо больший охват зрителей. Ну, сюда приедет 3 тысячи, 5 тысяч, ну, 10 тысяч человек. В конце концов, это огромная инфраструктура, их надо обслуживать и все такое. А онлайн-формат посмотрит в разы, в десятки, в сотни раз больше по всей России. Это тоже положительный момент. Ну, а нам, конечно, нужно определенное количество зрителей, потому что надо же для кого-то работать. Определенное количество зрителей действительно было. Окунуться в мир раннего средневековья по Волжье смогли около 100 человек. На фестиваль приезжали три организованные группы зрителей, по 30 человек в каждой. Их визиты были разнесены по времени, чтобы группы не пересекались. А перед выездом каждому зрителю измерили температуру. Не испугались коронавируса и реконструкторы. В этом году их приехало даже больше, чем на прошлый фестиваль. В том числе из других регионов. Очень хорошая площадка. Здесь есть вот какой-то свой дух, то есть вот крепость эта воссозданная. И как-то вот удаленность от инфраструктуры здесь, то есть нету вот... вышек телевизионных, и погружение в историю как-то вот ярче. Фестиваль шел 3 дня, но для посетителей открытым был только один. В этот день происходило самое интересное. Реконструкторы бились на мечах и состязались в наездническом искусстве. Ремесленники учились изготавливать глиняную посуду и уплавлять стеклянные жемчужины. Музыканты рассказывали о старинных музыкальных инструментах. Все мастер-классы и битвы можно было увидеть дистанционно. Посетил фестиваль губернатор Сергей Морозов. Глава области выслушал предложение реконструкторов, как сделать Волжский путь еще интереснее. Старая-старая Майна, прабабушка земли российской. И поэтому мы очень дрожим тем, что нам история здесь оставила. И память о больших интересных событиях, которые здесь происходили. Здесь достаточно много еще мест, которые... ученые обследуют, которых ученые еще пока руки свои не дотянули. В частности, близость к Волге позволяет проводить реконструкцию морских сражений. Эта идея витает в умах любителей восстанавливать прошлое уже не один год. Было предложение дополнить программу научными обсуждениями. Тем более, как отметил губернатор, изучать старые мани еще предстоит многое. Егор Титов, Юрий Конихин, новости Улправда ТВ.